Якутске организовали 4-й марафон по разработке IT-проектов «Хакатон-2016». Цель – выявление и поддержка начинающих айтишников. Евгений Тайтонов подробнее. Хакатон – это своего рода уникальный формат, когда всего за 3 дня участник должен сформировать свою команду и сгенерировать идеи. По истечению этого срока участник должен представить демонстрационную версию своего продукта, который в будущем мог бы в плане реализации иметь очень хорошие перспективы. Некоторые ребята вот уже приходят с идеями, а у некоторых вообще нет идеи, но они, ничего страшного, они могут подойти и как бы влиться в ту команду, если они компетентны в каких-то областях. Это возможность всем собраться и вместе в кругу единомышленников поделиться опытом, поучиться и попрактиковаться на месте. Якутск, Москва и Санкт-Петербург – 3 города, в которых хакатон впервые проводится параллельно и транслируется в интернете. На все 3 площадки поступило более 130 заявок. В этом году пришло почти что в 2 раза больше людей, которые занимаются довольно интересными проектами, такими интересными, что даже сам я заинтересован, да, в этом. Есть действительно интерес, вот у них такие ужатые сроки, то, что это действительно помогает им самореализовываться в будущем и понимать всю ответственность за это. Организаторами мероприятия были созданы все условия для благоприятной работы участников. Начиная с просторного помещения с бесплатным питанием, заканчивая приглашением московского фасилитатора, человека, помогающего участникам концентрироваться на основных целях. Срок очень короткий, но психологически все равно они не очень готовы к этому, да, им хочется там сделать как можно лучше. Я помогаю им и лучше распорядиться временем, лучше распланировать, избавиться от чего-то, что не так важно для конечного продукта. По итогам марафона, который проходил при поддержке Фонда развития интернет-инициатив города Москвы, были выбраны лучшие проекты для бесплатного размещения на базе технопарка. Евгений Тайтонов, Александр Слепцов, НВК СХ, Якутск.